Минуточку внимания, хочу посоветовать вам бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это АЗС в городе Ржевск. Здесь вы можете заправить свой автомобиль самым дешевым и качественным бензином. Заезжайте только к нам и заправляйте. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Магазин Холиплей. Первый сервер, маник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить маник при регистрации. Итак, пацаны, сегодня у нас будет эксклюзивчик Audi RS6, пацаны, которую вы все ждали, в том числе и я. Да, ее пока что нету в автосалоне, она есть в модпаке, пацаны. Да, она есть в модпаке. Это Волга Универсал, если что, в принципе. ID ее 429. Я попросил человека одного, большое спасибо такому человеку, как Казимир Малевич. Он мне выдал машину для видоса, ему просто очень большое спасибо. Так, короче, сегодня будет у нас обзор на вот эту малышку. Если будут, пацаны, посторонние шумы, не обращайте внимания, потому что у меня уже, сука, больше чем полгода соседи сверху делают ремонт. Я с этим ничего не могу поделать, пацаны, поэтому извиняйте. У нас сегодня будет эксклюзивчик, обзор вот этой машины. Также передаю привет подписчику Андрею Картовкину. Приду тебе привет, короче. Вот такая Audi RS6 оранжевого цвета, в принципе, очень красивая. Эта машина где-то будет стоить 6 миллионов в автосалоне. Это не точная информация, но это слухи такие, что эта машина будет в автосалоне стоить 6 миллионов. Я ее очень хочу себе купить, пацаны. Мне только ее выдали. Я сейчас буду на нее смотреть вместе с вами. Давайте, я думаю, посмотрим от первого лица на эту машинку. Вот так она выглядит. Так, вот как она выглядит, в принципе, сбоку. Блин, просто великолепная машина. Такая просто здоровая красавица. Я просто в шоке, реально. Я просто реально в шоке. Машина реально очень классная. Я себе очень ее хочу. И я ее куплю, когда ее только добавят. Я просто продам что-то и куплю эту машину, серьезно. Так, давайте посмотрим салончик, в принципе, вот так он выглядит, очень качественный, просто бустпакер, реально красавчик, просто, я рад, что они добавили и RS7, и RS6, RS6 мне, честно, больше нравится, пишите, что вам больше нравится в комментариях, в принципе. Так, главное, чтобы меня эту машину не спиздили, потому что она создана администратором, она не закрыта, поэтому я боюсь, чтобы не спиздили, блин, карбон, все дела, блин, ай, просто пушка-гонка, реально. Так, давайте посмотрим, что у нас находится под капотом еще. Пацаны, просто ее надо брать. Только ее добавить, ее нужно, в принципе, будет брать. Ну, мотор так себе, в принципе, прорисован. А вот багажник довольно-таки нормальный такой. Красивый. Просто двойной выхлоп. Просто валящий вагон, пацаны. Просто валящий вагон. Блин, очень нравится эта тачка мне, на самом деле. Прям великолепная просто машина. Я, конечно, моя любимая машина — это BMW M5 E60, но... эта машина тоже очень красивая, и она у меня на втором плане, в принципе. Мне очень нравится RS6. Панорама, кстати, у нас есть, прошу заметить. Так, я не знаю, у нас есть, я не вижу просто. У нас, по-моему, есть, да, вот эта херня, типа. Я забыл, как она называется, типа, что у нас вот здесь, типа, на стекле будет спидометр. По-моему, у нас есть эта хрень. У нас, по-моему, нормальная комплектация вот этой Audi. Блин, она просто волшебная. Серьезно, она просто великолепная. Она, блин, охрененная. Давайте попробуем на ней проехаться. Я еще максималку на ней не разгонял. Сейчас, в принципе, мы это все проверим. Так, все, я выехал на ровную дорогу, это Бусай у нас, в принципе, да. Я хотел в Ржевск поехать, но до него далеко ехать. Я не знаю, сколько мне дали эту машину вообще. Еще раз большое спасибо Казимиру Малевичу. Вроде бы так его ник читается, в принципе. Так, давайте попробуем, какой у него вообще привод. Так, у нее задний привод получается, окей. Так, давайте я включу, чтобы было видно спидометр. Так, давайте сейчас посмотрим максималку ее в стоке. На стоковой абсолютно, эта машина создана администратором, в принципе. Давайте разгонимся. Так, 106, 114, 129, 135, 140. 141 км едет в стоке. Если ее чипануть, она будет ехать примерно 160. Бля, это просто будет пушка. Если не-то поставить, пацаны, я помню, я на этой Волге ездил еще очень давно. И, блин, она просто реально валит. Она просто валит. Эта Волга очень быстрая. Раньше она была в автосалоне когда-то еще очень давно. Еще там в 2015 году она была в автосалоне, потом ее убрали, ну, наверное, из-за того, что она как бы дешевая была и быстрая. И вот, наконец-то, ее заменят на Audi RS6. Мне кажется, будет самая охуенная замена просто, какую можно было придумать, потому что, что та Волга вагон, что это Audi вагон, что Волга валила, и теперь эта тачка тоже валит. Это очень хорошо. Если бы Audi RS6 поставили бы на какую-то медленную машину, тогда бы это было очень бы плохо. Так, я приехал на Нашан, короче, смотрите, здесь RS7 стоит и вот RS6. RS6 просто больше. Она реально даже в жизни, по-моему, шире, она просто корова такая широкая просто. Это просто пиздец, на самом деле. Сейчас финалочку запишем, пацаны, так сказать. То, что я могу сказать по этой машине, блять, это просто космос, пацаны. Это просто охуенная машина. Серьезно. Я советую всем ее купить, когда ее добавят. Надеюсь, ее добавят реально в скором времени, потому что машина реально очень классная. Просто очень классная. И я хотел бы, чтобы ее скорее добавили, чтобы я ее купил. Да, она будет стоить около 6 миллионов. Я думаю, это нормальная цена для такой машины. Потому что тачка реально охотная будет, имбовая, потому что она очень быстрая. Возможно, она
быстрее, чем Мерседес даже с места будет ехать. Но это не точно, ну, подрыв у него хорош. Ну что ж, на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо Казимиру за то, что предоставил мне эту машину. Все, всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the